Итак, дамы и господа, мы сейчас находимся на одной из центральных улиц, которые называются Эрму. И это видеоблог. И здесь, как бы мы видим в субботу, людей просто овер до хера. Но это классика жанра для субботы и особенно уже почти лето. Вон там можете заметить, это у нас греческий парламент и, в принципе, центральная площадь, которая называется Синтагма. Если вдруг кто не знает, сейчас я вам приближу, вы посмотрите. Ну, собственно, да, ребят, вот это греческий парламент. Как вы видите, состоит склад. Ну, а мы идем с вами дальше. Ну, может, можете посмотреть на этих прекрасных европейских людей. Вот они. А теперь развернемся и будем показывать прекрасных европейских людей в другую сторону. Ну и вот, как обычно, наверху, в центре Акрополис. Точнее, часть его, которую только лишь видно. И вот как бы мы уже, ребяточки, приближаемся к площади, которая называется Монастыраки. Но когда я говорю слово «площадь», это, конечно, так громко сказано. В нашем понимании обычно площадь – это что-то такое прям площадь. А здесь как бы площади – это просто, если маленький кружочек с небольшим местом, это уже считается площадь. Так, ну вот мы как бы уже и на центральной площади, которая называется Монастыраки. Так, а еще ж я забыл вам показать самые главные сувениры этой страны. Это открывашки. То есть вдруг, если вам надо дома купить открывашку, вот, пиво будете пить, я не знаю. Кто любит пивасик, ребята, да. Это для вас. На ключи особенно вот можно подцепить, в принципе. По-моему, фишка норм. А еще, ребят, типа, не удивляйтесь, если вы почувствуете здесь в центре, либо где-либо, запах мариванны. Потому что мариванна здесь просто повсюду, и курят ее практически все. Хотя она здесь нелегальна, но курят везде, на улице все спокойно. Как бы полиция тут в центре вас трогать не будет с этим делом. А вот если где-нибудь там вечерком или... Может, днем на каких-то панорамах или беседках вас приедет, полиция проверит. Вот тогда вам что-то будет. А так в центре вон стоит куча полиции, все курят. Ну, ничего, как-то живут. Как-то так. Сейчас мы находимся уже прям в историческом центре. По сути, это ж Плака уже правильно называется у нас. Ну да. Вот, тут кто-то экскурсии проводит какие-то. Что-то рассказывает. А это таверны. А это снова Акрополь. Если вдруг забыли, я решил напомнить. Ну, раз так, может, какой-то-то там точно? Очень... Ты серьезно? Ну, как сказать, я, конечно, сильно не уверен. Это Акрополь, что ли? Нет, Парфенон. Боже, кто такая хорошая девчина? Это местная молодежь. Посмотрите на местную молодежь. Как-то так. Он официант, а рыбку людям раскладывает. Thank you.
Хлещ. Пил? Оп-оп, ты что делаешь? Женщина, ты что делаешь? У меня тут урок йоги, вообще-то. Какой-то дикий чуть-чуть. Хлыщ. Кстати, деревья, видишь, такие типа прикольные. Сейчас пойдем, кстати, наверх, ребят. Встретим закат. Покажу вам сверху красивейший закат. Смотри, урна. Урна? Ничего себе. Дожились. Повезло найти урну. Ну вот тебе повезло. Почему столько камер? Где? Здесь? А, наверное, чтобы типа не рисовали, потому что они ж отреставрировали. А это что, выставка или съемка? Это... Или просто распродажа? Распродажа. Тоже, походу, бабушка делает. Кстати, это изделие своими руками. Я как бы-то здесь уже была, у нее 20 штук котов. Да? Да, очень много кошек. Она тут живет, да? Ну, походу. Ну да, дом такой свеженький. Ладно, идем встречать закат. Пирожок. Ясас. Слышишь, друг, что ты залез тут, а? Кс-кс. Ну, где оно мякает? Что оно мякает? Вон он сидит. И воет просто. Просто сидит и воет. А ну что, у тебя там ушки чистые, не? Итак, сейчас мы поднимаемся на одно местечко, где у нас вот бесплатненькая панорама, и можно все прекрасно посмотреть. Блин, я столько людей тут давно не видел. Вообще не знаю, сколько времени. Последний раз, наверное, я такое видел пару лет назад. До короны. Назовем это так. Ну так вот. Вот мы поднялись на панораму на гору. А вот там, если вы вдруг не знали, то вообще-то это Акрополис. Серьезно? Ну да, говорят, вот это вот Парфенон. Я не верю. Ну, я сам немножко сомневаюсь. Может, я ошибаюсь, конечно. Но что-то мне подсказывает, что именно вот это вот Акрополь. Мы пришли сюда? Ну, да. Ну, окей. Ну, ладно, пойдем. Я тебе доверяю. Ну, вообще, если что, вдруг, вот это вроде Акрополь. Ну, теперь я вам хотел показать прекрасный закат, но я вижу, что очень сильно облачно и... Облачно как бы... ты это называешь? А, ну, называешь это облачно. Поэтому я не думаю, что мы прям супер сильно увидим его. Но людей здесь дофига, туристов, все такое. А обычно вечерами приходит сюда местная молодежь, индусы, пакистанцы, пьют пиво, курят косяки и слушают арабскую музыку или греческую. Собственно, на этом все. Ну ничего, сейчас я вам покажу, что тут как выглядит. Если вдруг вы не видели... Видео ж до меня вообще ж никто еще про Афины не снимал, поэтому я буду первым в этом деле. Вот. Ну, я как самый первый человек, который снимает видео в Афинах, самый первый видеоблогер. Ну, правильно, на Ютубе же больше нет видео. Все пришли насладиться закатом, но заката из-за облачности как такового нет. Так что, ребят, сори. А я вам так мечтал показать, тут прекрасный закат, но осталась только была роскошь от него, не так ли? Там еще есть луна вообще-то, типа... Луна, которая соскамилась, минус 99,9%, ты имеешь в виду эту луну? Ну, как бы... Потому что я именно эту и имел в виду. Ну да.
мягко говоря, людей здесь не то чтобы много, а овер до хера. Я думаю, вы это видите, да? Что людей здесь, ребят, просто овер до хера. Но я вам скажу честно, я реально первый раз такое вижу за очень большой промежуток времени, потому что, ну реально, последние пару лет, все-таки, я думаю, очень многие страны испытывают кризис в плане туризма из-за короны, теперь еще война в Украине, это тоже как бы влияет на всех, как бы кто не думал, что это где-то там происходит. Нет, ребята, это, блин, коснется всех. Просто кого-то больше, кого-то меньше, но это коснется всех. Сейчас тоже пришли тут также все по-прежнему возле Акрополя. Поднимемся здесь на небольшой холм. И, возможно, даже встретим закат, если не будет супер сильно облачно. Потому что так тут уже особо солнца нет. Но по времени где-то закат, может, через полчаса, минут 25 будет. Все, конечно, еще зависит от облачности. Ну, еще, возможно, будет смог. Ну да, если еще будет смог, то тоже... как бы будет так себе видно. Да. Видимо, нам придется либо здесь остаться, либо переместиться. Это кот. И это кот. Дом прикольный, да? Вот этот вот типа старый. Мне нравится. Симпатично выглядит. Прям такой. Из мрамора. Красиво. Там дальше несколько таких домов. Ну, есть, да. Но мне вот этот, типа, больше всего нравится, потому что он такой вот, этот, знаешь, мрамор такой, типа, песочного цвета. Угу. Такой более прям... Ну, конечно, не супер ухоженный, но... к сожалению. Здесь, кстати, если вдруг что, я могу вам сказать, здесь очень много сдают квартиры по Airbnb. Ну, типа, мол, вот Акрополь, ты прям в центре, в самом-самом. И вот здесь частенько сдают старые квартиры греческие через Airbnb. Ну и вот у кого-то как бы совсем такой отреставрированный ультрасовременный дом, так сказать. И живут людишки прям в самом-самом центре.